школы понятно. Приятного просмотра. И захвати с собой вкусняшки, потому что нам будет уже подольше. Так, ну где этот класс? Как всегда опаздывает. Здравствуйте. Ой, Саша. Как всегда опаздываешь. Маша, ты тоже. Садитесь. А куда? Куда хотите. Тогда мы сюда сядем. Так, ребята, мне надо на минуточку отойти в учительскую. Хорошо, посидите тут сами. Ничего не вытворять. Хорошо. Хорошо. Светлана Николаевна пошла в учительскую. Пришли Сонечка с Артиком. Вернее, одна Соня. Сонечка. Потому что Артика положили в больницу, потому что в прошлой части я немножко отрубила ей голову. Ой, ну смотрите, сидят себе две ЛПшки. Не твое дело. В смысле не мое? Я тебе перемалю на мясорубке, понятно тебе? Слышь, я из тебя сделаю фу. Ой, немножко упала, да ничего, ничего. Ах, ты ж такая, я отойду в туалет? Угу. Я сделаю из твоей подружки фарш. И с ней будет так, как и с Катей, зайчика. А с тобой будет, как с Антоном. Да, ненормальная какая-то. Вот смотри, Артик, вот это вот фиолетовое... Вот это вот фиолетовое чмо меня обижало. Ты аккуратнее на поворотах слов, деточка. Ты мне не указываешь. Ты что, угрожала моей подружке? Ну да, и чё? Тебе хана, Сася. Господи, с кем я разговариваю? С папицем сказала. Да ничего. И стол тебя в пятно. Капсы. Куда ты улетела? Стоп. Куда она улетела? Не знаю. Арабская ночь. Ты что сделал с моей любовью? Моя любовь, я пивну к тебе. Да, трэш какой-то тут происходит. Стоп, а где Артик и Сонечка? А они там полетать. Понятно. Что ж, пока еще никто почти что не пришел, я вам расскажу новость. Что завтра будет у нас небольшая дискотека класса. Ой, круто! Так что будет небольшая дискотека, и вам раздадут подарки. Круто! Только всем быть в нарядной одежде. А, у меня я не... В платьях. Я ненавижу платья! Я люблю. Блин, а что делать? Дома у Саши и Маши. Маша, я же ненавижу платье. Ну, я тебе сейчас дам какое-то. У меня есть один тип. Сейчас я тебе дам. Думаю, что тебе хоть понравится. Ну, либо юбку просто оденешь. Ой, оно порвалось. И в чем ты завтра пойдешь? Ни в чем, наверное. Завтра. Саша, почему не в платье? Оно порвалось. На чем? На тебе?
Ой, господи, вот ты себе и отрастила живот. Я еще ничего не растила. Это что тебе позволяешь с родителями в школу? Я уже была. Да, и что? Продолжение следует.